После почти полугодового периода осенних дождей и зимних снегопадов во дворах и на придомовых территориях скопился мусор, пожухлая листва, сломанные ветром сучья и ветки деревьев. Все это требует уборки и приведения в порядок территории вокруг многоквартирных домов. Весна – это традиционное время для наведения порядка и подготовки к майским праздникам. Экологическая служба города и управляющая компания обращаются к жителям многоквартирных домов с просьбой организовать и провести до 28 апреля субботник по очистке территории газонов и клумб. За инструментом можно обратиться по телефону 446-31.